Тяга штанги в наклоне – базовое упражнение, в котором задействовано большое количество мышц. Оно хорошо подходит для увеличения массы спины и придания ей визуального объема. Выполняется стоя, колени немного согнуты, ноги на ширине плеч, корпус наклонен вперед, штанга в руках впереди корпуса, спина ровная, прогиб в поясничном отделе. Тянем штангу к нижней части живота, при этом максимально сводим лопатки, не поднимая плеч. Далее возвращаемся в исходное положение. Упражнение оказывает воздействие на широчайшие мышцы спины, разгибатели спины, большие круглые мышцы, дельтовидные мышцы, преимущественно задний пучок и бицепсы. Данное упражнение может выполняться с использованием хвата разного типа и ширины. Угол наклона корпуса также можно варьировать.